Вова! Вова, отойди оттуда! Отойди, там это нету внизу. Наконец-то мы нашли возможность спуститься. Там люди ходят вон. Там мы пойдем загорать, кушать. Это где он дроны спускал? Да, там вот этот, где мы сказали, что там люди ходят, могут пройти. Говорю, где деревья, там без проблем. Ну да, там ничего не обвалится. Ну, блядь. Так охота песню петь. Вместе весело шагать по просторам. Спускаемся к морю. Наконец-то. Ура! Тут первые пару метров херово, потом... Потом можно. Главное, за этот корень держись, этот длинный. Еще же, блин, когда сидели там, говорю, надо сходить, блин, в дырку, нет? А Вова слетал, говорит, нету там ничего. То есть мы видели, что там ничего не было. Наверное, как раз это место пролетел. О, наконец-то. Почему ты не видел это на этом, на дроне, мы же смотрели. Наверное, ты его быстро облетел. Потому что как раз это я и хотел посмотреть, есть тут зелень или нет. Смотри, какой прикол. Это что, вставили или так было? Вставили. Они так идеально лежат. Ха, прикольно. Как кости, блин. Ну, в натуре, смотри. Чем не кость, блин? Если звенят такое, да? Очень звонкие такие. Там вообще какой-то череп, да? О, смотрите. Красота. Анна und Johannes. Золотой замок. Хм. Прицепили, молодцы. Посылали? Да. А тут что это такое за череп? Известняк. Смотри. Звук какой у него, да? А. Потом вырезаешь, нет? Надо просто без звука сделать. Ну. Да, где это сделано?
собак. Ну, рогатка конкретно. Ребята, опять большие ступеньки. По. Ступеньки, ладно, это махнем. Значит, побежали. Макс, давай. Веревку кинешь сверху. Ага. А я тут обойду. Думаешь? Легче будет? Танцы, да. Ноги не так высоко надо поднимать. Опа, Макс. Что там? Итак, ребята, это была вторая часть моего видоса, нашего отдыха на острове Рюген. Надеюсь, вам понравилось. Так что ставим пальчики наверх, пишем комментарии и рассказываем друзьям про меня. Пусть тоже подписываются. Если вы только заглянули на мой канал и вам понравилось мое видео, не забудьте подписаться и поставить пальчик наверх. Пока. Спасибо за просмотр.